Читаем Бекира Чобанзаде. В Крымской гимназии-интернате для одаренных детей провели открытый урок, организованный совместно с библиотекой имени Гаспринского в рамках библиотечной панорамы к 130-летию выдающегося классика, педагога и ученого. С библиотекой имени Гаспринского мы сотрудничаем очень давно, уже несколько лет. Мы частые гости в библиотеке, и библиотекари частые гости у нас в гимназии. Мы сотрудничаем в рамках разных мероприятий. Учащиеся гимназии подготовили насыщенную программу. Музыкальные номера, рассказы о жизни и творчестве общественного деятеля, ученого-тюрколога Бекира Чобанзаде. Изюминкой мероприятия стало его стихотворение «Булутлар, Булутлар», которое ученики декламировали на языке оригинала и в переводе. Булутлар, булутлар, бурчаклы булутлар, ал ешел сарылы кушаклы булутлар, алыныз китик пек узах елерге, салғырдан кетінін ақырткан дүлберге. Облака, облака, изо льда и снегов, разоцветный кушак на боках облаков. Вы возьмите меня в этот красочный мир и цариц, чей лен убеляет салгир. В рамках мероприятия была организована выставка книг «Бекир Чобанзаде. Ученый-тюрколог. Поэт». Специалисты библиотеки провели обзор литературы, посвященной его жизни и творческому наследию. Без ирвахат буюк мемнюнет ликнен бу гимназиянын чалышамыз, чунки мында оджалар пек дыккатлылар ве пек оз зенатына садык инсанлар ве талебелердин пек яхшы чалышалар. Чобанзаденин мисалинде инсан насыл яшаганы, насыл чалышканы ве оз милетне насыл файда кетире билежегине көстермек истеридик. Для учащихся гимназии-интерната для одаренных детей стал интересным и вдохновляющим тот факт, что мальчик из простой семьи пастуха, благодаря своему трудолюбию и упорству, смог достичь таких высот, прославить Крым и крымских татар на весь мир. Главный деятель, которому сегодня было посвящено наше мероприятие, это Бекир Чобанзаде. Это яркий пример, в котором мы можем видеть о том, как обычный ребенок, сын пастуха, как его затем прозвали в школе, смог подняться до таких высот. Благодаря своей деятельности он смог посетить большое количество стран, узнать большое количество языков и, безусловно, внес огромный вклад в развитие крымской татарской культуры. О первых чок ты лерна были, да ви мен блимидом были шелерна, амма да айт мага керек. О ярдым это башка тилерге адымлага оге, ве мен пек гурулам, чунки боли адам, гурунен бу яшны кечирдым.